13-летний гипопотам Светик, хотя и утомился в дороге, но послушно следуя за своей хозяйкой, все же не может справиться со своим любопытством, осваивая новую территорию Волгоградского цирка. Сюда экзотическое животное приехало на гастроли в составе совместного циркового проекта Росгосцирка и легендарного цирка Юрия Никулина. Светику уже подготовили уютный домик с бассейном и с угощением в виде сочных овощей. Правда, делить вкусности гипопотаму приходится со своей подругой, собакой Найдой, которая тоже не прочь побаловаться вегетарианской кухней. Светику предстоит еще отдохнуть после переезда и, внимание, предстать перед зрителями в новом цвете. Сейчас он поменяет цвет после того, как я его искупаю, потому что он в дороге вспотел, естественно, в закрытом помещении, хоть его и брызгали, и поили водой много, но у него такая особенность потеть, как и у всех животных. А пот у него вишневого цвета. Когда он высыхает, он становится черного цвета. И вот сейчас я его со щеточкой отмою, он отмокнет в бассейн, и он станет у нас розовый. Почему розовый, не знает никто. Бегемот Светик, обезьянки, крокодилы, змеи – это лишь часть артистов, которые выступят в совместной программе Росцирка и цирка Юрия Никулина. Парад дрессуры и экзотики. Первое представление состоится в эту субботу, 23 сентября. Но уже сейчас манеж Волгоградского цирка не пустует. Например, сегодня здесь репетировали дрессировщики с верблюдами. Еще один гвоздь программы – экстремальное мото-шоу «Шар смелости». Это головокружительное и захватывающее выступление единственных в Росцирке девушек-мотокаскадеров. Организаторы гастролей обещают бури эмоций и восторга и маленьким зрителям, и их родителям.